Не прожил и недели. Челябинка купила породистого щенка, который оказался больным и умер через несколько дней. Сейчас женщина намерена наказать продавца. С ее слов, она приобрела питомца за 3000 рублей на известном сайте бесплатных объявлений. Продавец уверял, что собачка породы Джек Рассел Терьер, и выслал вот такое видео. Вот беленький — это мальчик остался, а вот ризненький — да тут девочка. Немного ошиблись, неправильно сказали изначально. Сделка была выполнена, животное забрали, но в этот же вечер владелица заметила, что питомцу плохо. Щенка пришлось везти в ветклинику. Врачи сделали анализы и ужаснулись. Щенок был больной. От больной собаки был в очень тяжелом состоянии. Когда мы увезли его в ветлечебницу, что ветеринар сказал, где вы вообще взяли этого щенка. Щенку ставили капельницы и уколы, но спасти собаку не удалось. Она умерла, а до продавца дозвониться теперь не получается. Сейчас девушка хочет обратиться в суд и написать заявление в полицию.